друзья, меня зовут Игорь Сорокин, я бас-гитарист группы «Новорусалим». Меня попросили ответить на некоторые вопросы в сфере творчества, музыки, сочинения песен. Творчество у всех происходит по-разному. Я сочиняю, просто беру гитару, определенную гармоническую сетку сначала придумываю, которая мне нравится, потом мелодию, и сразу у меня рождаются порой слова. И в данной ситуации, когда уже песня готова, куплет, припев, бридж, я приглашаю музыкантов, даю им свободу в аранжировке и стараюсь как можно больше разноплановых пригласить людей, чтобы они друг друга дополнили. И когда мне уже все нравится, мы сводим эту песню, мастерим ее, и можно так сказать, песня состоялась. И чем больше она вам лично будет нравиться, тем, я думаю, эта песня больше будет работать и в жизни других людей. Но о чем я пишу песни? Обычно тот период жизни, который я переживаю в данный момент, он действительно отражается в этих словах, в песнях, в мелодиях. И также и в группе «Новорусалим» всегда песни отражали то, что мы переживали. И хочу посоветовать музыкантам, может, многие ждут вдохновения, чтобы написать песню, многие боятся начинать, многие, написав неудачную песню, сразу сдаются, говорят, что это не их. Но я вам так скажу, что многие люди родились и пришли в эту жизнь, в этот мир, чтобы писать музыку, сочинять песни, но они даже никогда и не попробовали себя в этом. И, может быть, такой человек прожил всю жизнь и, даже не попробовав себя в этом, он ушел из жизни, не написав ни одной песни. И я верю, что во многих людях живут эти мелодии, песни. И хочу вдохновить музыкантов, которые действительно творят, творчески работают. Если у вас есть желание, если в сердце есть эта музыка, если вы действительно хотите другим людям подарить песни, пишите, старайтесь. И не ждите вдохновения, порой просто надо взять гитару, сесть и начать работать, а вдохновение придет потом. Так что творите, верьте, что Бог действительно вам откроет эти песни, Он даст вам их, и эти песни будут спасать и исцелять других людей. Я вам скажу, в Новорусалиме была такая песня, она называлась «ЛСД против наркомании». И действительно, многие наркоманы, которые слушали такую песню, когда им было сложно, они говорят, мы ставим эту песню, слушаем ее, и нам легче отвлечься, не употреблять наркотики. И когда песня говорит честно от сердца какую-то тему, она касается других людей. И многие спрашивали, может, у вас кто-то бывший наркоман в группе, но я вам скажу, у нас наркоманов не было, никто не употреблял наркотики, но вот Бог как-то открыл написать такую песню, чтобы она вдохновляла других людей не заниматься всякими вот такими вещами. Так что та песня, которая родилась от сердца, она будет жить, вдохновлять вас и вдохновлять других музыкантов и других людей.